Привет, друзья! В рамках военных учений «Океан-2024» публикуем кадры пуска российских крылатых ракет «Калибр» фрегатом «Адмирал Головко» проекта 22-350 Северного флота России. Дальность полета ракет «Калибр» в зависимости от модификации от 300 до 2500 километров. Стоит отметить, данные по ним разнятся. Сейчас идут работы над ракетами «Калибр-М», которые будут иметь дальность полета 4500 километров. И смогут преодолевать противоракетную оборону из зоны работы РЭП. Карабинный комплекс фрегата «Адмирал Головко» может иметь до 16 ракет «Калибр». Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.